Центр города, улица Ядринцева. Реконструкция тепломагистрали здесь стартовала месяц назад. Участок социально значимый, согревает 12 тысяч человек. Полная замена здесь назрела давно. Участок трубопровода длиной 800 метров служит почти 30 лет. Стоимость работ около 90 миллионов рублей. Трубопровод диаметром 300. Мы укладываем трубопровод диаметром 500. Увеличение диаметра производится для того, чтобы 17 микрорайон имел в будущем нормальные параметры для теплоснабжения, и в том числе для того, чтобы мы могли свободно подключать новых потребителей, которые здесь, как вы видите, достаточно много и в перспективе еще будут строиться. Еще один важный и нуждающийся в ремонте трубопровод реконструируют неподалеку от Ядринцева, возле дома на Чкалова 89. Сеть питает 2500 человек. Кстати, некоторые барнаульцы сейчас жалуются на то, что работы на объектах доставляют неудобства, улицы перекопаны. Однако энергетики заверяют, что до холодов территориям вернут первоначальный вид. Светофорный объект здесь устанавливался, он будет восстановлен, да, к социальному объекту. В свое время длительно мы бились в отношении восстановления, то есть обустройства здесь пандусов, для того, чтобы была доступная среда. Я надеюсь, это будет учтено при восстановлении, то есть помимо ограждений. 2 дня на этот участок, на этот объем недостаточно. Дайте хотя бы нормальные периоды. Да, это неудобно, да, мы перекрываем, да, в этой части мы извиняемся перед жителями, но хочется восстановить сразу, полноценно и качественно. Отремонтированный ранее по программе «Безопасные и качественные дороги» участок будут благоустраивать в течение 5 дней. С 18 по 22 августа движение транспорта в эти дни будет ограничено. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.